Нарисуем акрилом сочный арбуз в экспрессивной технике. Использовать будем краски студийной линейки «Акрил Хобби». Для начала окрашиваем весь холст ярким оттенком фуксия. Это добавит подтон всей работе и избавит от страха белого холста. После высыхания переходим к верхней части фона. Используем желтые и зеленые оттенки и наши недавние новинки – лаймовый и телесный. Нижнюю часть фона окрашиваем в теплый желтый. Работаем широкой плоской кистью, быстрыми широкими мазками. Специально не сглаживаем переходы и следы от кисти. Где-то можно вставлять, проглядывать розовую основу. Для самого арбуза используем красный, светлый и темный, а также мадженту. В светлых частях добавляем белила, а в темных – каплю фиолетового. Для кромки используем светло-зеленые оттенки, охристые и немного коричневого. Здесь можно взять кисть чуть поменьше. Сделать переход от красной мякоти к светлой кромке можно с помощью губки. Углубляем тени под арбузом и за ним. Можно еще немного поработать с мякотью, добавить яркости и теней, показать места неровных срезов и изломов, наметить углубление под косточки. Полусухой плоской кистью со светлым оттенком можно выделить фактуру холста на самых сочных участках мякоти. И, наконец, темно-коричневым, почти черным цветом набрасываем косточки и даем им легкие светлые блики. Вышла яркая и сочная интерьерная картина, которую можно сделать акцентом на стене кухни или гостиной. После высыхания краска матовая, но цвета вовсе не выглядят приглушенными. Хотя, если есть желание добавить ей яркости и блеска, можно покрыть картину глянцевым лаком. Творите с удовольствием! До новых встреч!